Всем привет еще раз. В Дагомысе. В Дагомысе. Вот рядом с этими красивыми домами современными. Пойдем быстренько прогуляемся на пляж. Коротенько. Ненадолго. С целью изучить обстановку. На яхтах катают. Холостой капитан, как выяснилось. Ну и вот, конные прогулки тут есть. Красивенькая такая набережная, интересненькая. Магазинчики, модница, туалеты. Это главное, сразу на видном месте, это здорово. Специи Кавказа заходила в этот магазинчик в прошлом году. Вкусно пахнет. Дядя с большим зонтом. О, вот это вот красиво сделали, а. Пойдемте покажу, я люблю Дагомыс. Молодцы, нам тоже такое лазочка надо. Правда, Дагомыс почему с маленькой буквы, это же должно быть большое. Большая буква должна все-таки. Это населенный пункт. Что-то тут изменилось, да, ребят, изменилось. Если раньше здесь вот были вот такие вот, прямо здесь вот на набережной стояли столики, такие в зелени красивые, то сейчас их нет. Кафешки вот так вот вышли в море. Ну, пляж тут, благо, широченный. Смотрите, какая надпись. Тетя, отойди, пожалуйста, я хочу показать людям эту красоту. Смотрите, вот целой командой можно встать и выразить свою любовь и Дагомысу. Только единственные справки, пожалуйста, на большую буковку. Море здесь замечательное. Прогуляемся рядом с кафе «Черномор». Да, да, изменилось все. Вот видите, вроде был-то не так давно. Даже летал здесь как-то. А все попоменялось. Вот здесь вот все-таки зелень осталась. Но мне, честно говоря, зеленью нравилось гораздо больше. Вот, действительно было красиво, интересно. Ну и так тоже имеет место быть. Пляж Дагомыса достаточно широкий, то есть, ну, как бы, почему нет, почему не расширить, вот кафешки не сделать более так просторно и хорошо. Чебуречная. Ну дальше как-то грустнее и грустнее. Пойдемте немножечко покажу вам пляж, вот посмотрите, какой он большой и просторный. Массаж общий 2000, общий сзади 1600. Вот это вот меня настораживает, общий сзади массаж. Знаете, вот когда вот сюда вот прихожу, ну, мне кажется, что я в Лазаревской. Ну, честное слово. Сейчас я покажу вам причал. Людей здесь, конечно, меньше. Здесь поезда не останавливаются. Поэтому всегда народа меньше. Ну, как будто в Лазаревской, да? Водичка прозрачнейшая. Обалденно красивая. В общем, как-то так. Тоже есть бананы, ананасы и драконы. Тоже около причала. Вообще, причал брат-близнец. Пойдемте с подсвеченной стороны в ту сторону набережной. Прогуляемся. Ну и пляжи тоже. Море-то что вам показывать? Море-то... Поди насмотрелись. В Лазаревской. Там дальше, кстати, есть нудистский пляж. В детстве мы активно высматривали, когда ехали на электричке, допустим, из Сочи. Машин-то тогда не было. Что там, да как там дела-то творятся? Было же интересно. Как же так? 300 рублей в час вот такой здоровый фламинго. Ну и жар-птицу тоже можно взять. Тоже по 300. Так, ну, блин, там музыка играет. Не пойду. Придется обходить. Без добавления сахара активия. Здоровый большой детский
надувной аквапарк, вот здесь 200 метров, но он сейчас сдутый, я обратил внимание. Да, я его видел, но он сдутый. Вот мы опять вышли к надписи «Я люблю Дагомыс». Ну, серьезненький. Что ж, Черноморец мне нравится однозначно. Хорошее заведение, вкусная еда. Настоятельно рекомендую, если вы в Дагомысе зайдите, не пожалеете. Опять эта надпись. Ах, в лучах-то солнца. Кафе «Альбом» новое. Черномор, извините, Черномор. Не Черноморец. Черноморец это у нас Лазаревский. Всякие маленькие пиццы. Хачапури, кукуруза. Ласточка. Ну пойдемте дальше, чуть-чуть пройдем. О, выключаемся. Или это? А, это музыкальный дядька прошел. Идет. Столовая «Ивушка». Знакомое до боли название. Название не менялось уже, видимо, много-много лет. Ну, а что его менять-то, если хорошее с именем? Дым и гарь, что ли? Сейчас посмотрим, что это за дым да гарь. К сожалению, к великому сожалению, давайте отключусь на минуточку. Нет, это не дым, дым и гарь, это дым и горы. Такой вот кафешка на колесах. Такой, такая кафешка на колесах. Видите, прямо здесь вот готовят парни. Крылья, ребра, филе, лосося. Говядина, грудинка. Вот такая мобильная печка. Столы в виде бочек. Вот она, нефть. Как она там, в барле, да? Ну и чуть-чуть посмотрим на пляж. Там где-то Денис, а там где-то, как я говорил, уже на диске. Пляж гораздо шире, конечно, ничего тут не скажешь, врать не буду. Но Дагомыс. Мраморная говядина. О, можно посмотреть, как там готовится? Спасибо. Вот видите, все натуральное на огоньке. Спасибо большое. Целый паровоз такой. Так что отведайте, отведайте обязательно, если вы в Дагомысе. Что это такая вкусняшка такая. Пахнет, знаете, вот натуральный огонь. Ну, натуральное дерево как горит. Вкусно, вкусно. Чем-то мне напоминает рождественскую Прагу. Балтийская 8. Ну, а там уже столовые пошли. 20-20. Все преобразилось из тех давних времен, когда я здесь бывал. Почаще. Ну что, друзья. Маленькая вам горе. Почему горе? Это с акцентом говорят горы? Не знаю. История мне. Название этого кафе неизвестно. Ну, а здесь уже конец набережной. Такая набережная. Хотя она не маленькая, я вам скажу. Нет, она не маленькая. Она даже достаточно протяженная. Но протяженная она в другом направлении. Но там просто... просто ничего нету. Там дальше уже в сторону Сочи. Там просто большущая дорожка. Длинная. Если я не ошибаюсь, опять же, возможно, я уже что-то подзабыл. Мне однозначно нравится Дагомыс. Однозначно тут прикольненько так же, как и Лазаревская еще. Достаточно крупный населенный пункт. Но Лазаревская лучше. Пиво по 80. Мохито, сэндвичи. Вот такие вот детские аквапарки. Не аквапарки, а вот батут. Аквапарк такой же надувной, но дальше. Якорь. Для людей якорь. 18 века Османской империи выловлен в морских водах в районе поселка Дагомыс. Является исторической ценностью для людей. Вот. Отреставрено и выкопано водолазов местными предпринимателями Виталием Бурковым
и Ольге Литвиновой, за что им большое спасибо. День якоря 1 августа, я так понимаю, или 7 августа. Ну что ж, спасибо предпринимателям, молодцы. Любят свой поселок, и вот... Теперь мы знаем, какие были якоря в Османской империи. Ну что, друзья, всем говорю до свидания. Поселок Дагомысль, блин, точно рождественская пора. Ну и не только рождественская, там частенько вкусно так пахнет. Солнечный день, кафешки, столовые, пляж, магазинчики. Курортный поселок Дагомыс. Иногда требуются кухонные рабочие. Ну, что делать, это везде требуется. Девчонки находят с кофе. Пойду я домой. Всем пока. До новых встреч. Ну и привет вам, конечно же, огромнейший из Дагомыса. Приезжайте. Посмотрите Дагомыс тоже. В Салахаул сейчас не поеду. И не просите. Всем пока.